Добрый день, друзья. Что ж, совсем недавно мы попробовали вдвоем поиграть в игру «Скандал», настолка которой сейчас находится на предзаказе. И теперь давайте чуть глубже разберемся с тем, как разрешать тут эти проблемные дела. И, может быть, мы сможем решить. Я немножко не устроил то, что все три раза я проиграл. Хотя я считаю себя довольно умелым во всякой дедукции, впрочем, хотя бы есть чем гордиться. Мои-то годы. Итак, скандал в соло. Попробуем с самого легкого уровня. Разберемся снова. А дальше, как водится, будем усложнять. И для того, чтобы играть в соло, нам понадобится приложение. Приложение у нас бесплатное. На телефон ставим. Давайте выберем соло-игру. Случайную игру. И начнем с самого легкого режима. И необходимо решить дело до того, как у нас закончатся очки. В каждом раунде выбираем три разные темы. И можем потратить очки, которые хотим, чтобы получить карты. Вот, и надо постараться избегать дублирования информации. И давай начнем первый уровень. Первый раунд расследования. Для этого мы уберем список карт. И сейчас добавим карты, которые у нас вот указаны в приложении, чтобы нам мод ТТС нам их выдал. Окей, у нас есть первая наша информация. И посмотрим, что у нас есть. Ну, вкратце о том, что у нас вообще происходит. Здесь мы с вами журналисты. Мы расследуем одно очень громкое дело, которое станет громким, как только мы это выясним, конечно же. У нас есть 5 знаменитостей в городе, и мы точно знаем, что кто-то один замешан в чем-то нехорошем. Этого чего-то нехорошего у нас может быть целых 16 сюжетов, разделенных по 4 веткам. Ну, условно, треугольники, квадраты, кружочки и ромбики. Это может быть какое-нибудь там уклонение от уплаты налогов до... Вот просрочный штраф такой, то есть избегание штрафа. Вот. Но сами по себе знаменитости, конечно же, не смогут совершить это злодеяние, этот скандал, а им помогают обычные люди, с которыми наши знаменитости связаны связями. Вот. Но у обычных людей уже есть активы, которые нужны для совершения скандала. Итак, что мы с вами знаем? Первое, что мы с вами знаем, что наш Эд Энфилд, как так получилось, что в прошлый раз он был злодеем обоих ситуаций, вот он не задействован, мы можем гарантированно сказать, что он не занимался вот развешиванием влияния своим марионеточным управлением за кулисами, и что в этот раз он налоги заплатил. В этот раз мы можем быть уверены. Хорошо. Что еще мы с вами знаем? Мы знаем, что вот, скорее всего, в дело задействован вот этот актив. Окей. Значит, нам будет в дальнейшем присмотреться к тем сюжетам, где этот актив используется. Может быть, мы доберем больше информации. Еще мы знаем, что газета Global Sentinel заинтересована в двух наших жителях. Возможно, у нее есть какая-то информация. Итак, Тим Такс и Береника Бервик. Возможно, они тоже довольно подозрительны. Кстати, про Беренику мы знаем еще кое-что. В этом деле их мозги не задействованы. Впрочем, как и не задействованы кулак Норберта Ньюля. Допустим. Допустим. Еще мы знаем, что наш ученый... Нет, ученый на сумма. Что Ики Итлман не задействован в двух злодеяниях. Он не связан с допингом.
И он явно не связан с вот таким вот с многоженством. Хорошо. Но то нам как-то повезло, да? Вначале нам кучу двоечек дали. Еще мы знаем, что газета Patriot Daily и Global Sentinel не будут публиковать информацию про Ике Интельмана. Мы там как-то повязаны и прочее, они не желают. Если у нас все газеты откажутся публиковать о нем информацию, значит он точно не является главным злодеем. И последнее, что мы знаем, что Эд в этот раз не задействован в марионеточности, но это нам информацию не дало, потому что мы это и так уже знали. Что ж, немножко не повезло в самом начале, но... Окей. Теперь давайте выберем то, что мы хотим спросить. Давайте посмотрим на наше поле. Кто у нас есть из подозреваемых, может быть, из сюжетов. И при этом можем обратить внимание и вот на такую вот памятку. Что можем спросить? Мы можем спросить непосредственно про саму знаменитость. Можем спросить про места. Спрашивая про места, мы можем узнать, найти какие-то улики при использовании каких-то активов. Мы знаем, что каждый из наших гражданинов любит бывать в двух местах. Например, Береника любит бывать и в парке, и вот в банке ее часто видят. Ну и плюс там мы можем найти опровержение, что какое-то злодеяние точно не происходило. Ну и плюс мы можем напрямую узнать информацию как о знаменитостях, так и обычных горожанах, и можем узнать информацию о газетах. Может быть, если мы узнаем, что Патриот Дели о чем-то еще не хочет публиковать, это нам тоже что-то скажет. А возможно, наоборот, мы узнаем, что Liberty Gazette очень хочет публиковать информацию о ком-то. И вот мы знаем немножко информацию про Global Sentinel. Давай тогда про Global Sentinel попробуем узнать. Так. Дальше. Мы вот тут вычеркнули это из некоторых вещей. Хотим ли мы узнать про него побольше? Давайте попробуем немножко про Лесли Лаусон узнать. Лесли Лаусон, у нее близкие знакомства с Ами Алрайт и Эдом Энфилдом. Если мы про нее узнаем, было бы неплохо. Можно узнать как про нее напрямую. Ну, давайте попробуем напрямую про нее узнать. Что-нибудь скажут. И мы можем узнать еще про Мэтта Мёрдена. Но про Мэтта Мёрдена мы можем узнать как напрямую, так, например, мы знаем про два места, где он будет часто бывать, в парке и на заводе. В парке у нас, в принципе, и Лесли тоже любит бывать. Поэтому давайте спросим про завод. Так, про завод. Окей, вот мы отметили для других игроков, теперь то же самое. Мы ответим для приложения. Итак, завод. Нас интересует газета Global Sentinel и Лесли Лоусон. Все, выбрали три темы. Посмотрим, что даст на приложение. Мы можем получить две карты стоимостью в 3 очка. Можем получить три карты стоимостью в 3 очка. Те же. Но три карты, значит, у них, скорее всего, будут по единичке. Две карты за 2 очка, либо одну случайную карту. Ну, давайте за две карты узнаем каких-то 3 очка. Информация. Одна даст нам 2 информации, другая даст 1. Возможно, того стоит 24 и 114. Давайте очистим и скажем 24 и 114, пожалуйста. Спасибо. Итак, мы узнали информацию про газету, что Patriot Daily и Global Sentinel не будут публиковать информации про нашего Оуна Орловски. Пометили. А еще мы узнали информацию как раз про Лесли Лоусон. Мы узнали, что она не использует свой актив власти. И Фред Фудж не использовал свой криминал кодом. Давайте тоже это отметим. Можем ли мы что-то вычеркнуть уже на этом этапе? Так, но Береника и Тим Такс все еще здесь вызывают интерес, да?
Так, у Береники может быть здесь кулачок. У Тима может быть кулачок, да? Задействован. Угу. Давай тогда попробуем узнать немного про Уму, например. Попробуем узнать про Тима Такса побольше. И, например, давайте тогда про Мата Мёрдена напрямую спросим. Окей? Итак, наши следующие вопросы про Уму. Чё, не про Уана. Про Уму. Про Уану мы, может, потом и спрашивать. И про двух жителей, про Мэтта Мёрдена и про Тима. Тим Такс. Окей, какую информацию могут положить? Три карты за 6 очков. Звучит интересно. Давайте потратим на 62 очка. Думаю, мы можем попробовать это сделать. Давайте, 3 карты, 6 очков. Что нам это даст? 60, 70 и 226. Каждая из этих карт даст нам информацию стоимостью в 2. Так, что мы знаем? Мы знаем, что Тим Такс не связан с Фредом Фучсом. Оп, обрываем связь. Хорошо, мы знаем, что Тим Такс не связан с Уммой Онвин. Так. И мы знаем, что Мэтт Мёрден не связан с Норбертом Юли. Окей, мы часть социальных связей отрезали. Так, Умма Онвин, получается, у нас знакома только с одним человеком, да? Здесь у нее связи нету. Она могла быть связана с Мэттом Мёрденом. Но потом может через Эда быть связана с Лесли, да? Вот так вот, если подумать. Но это вряд ли. Так вот, шапочное это знакомство у них... Может и могло быть, но мне кажется, на этом этапе мы можем вполне ее вычеркнуть, как не являющейся подозреваемой. Шутет. Давайте отметим, что нас не интересует. И отметим все, что связано с суммой. Скажем, что вот это нас не интересует. Возможно, мы сделали это рано, но мне кажется, пора. Все. Отрезали уже. Уже стало легче. Что еще мы знаем, что у нас вот надо теперь по поводу Эда Энфилда решить. У него на самом деле что есть? У него цепочка есть на Мэтта Мёрдена. Дальше он мог по знакомому узнать как-то вот так вот. То есть нам бы что-нибудь узнать, может, про Лесли побольше, да? Но про Лесли мы вроде задавали вопросы. И особо ничего не узнали. Но может сейчас информация поменялась. Можем попробовать узнать про Вивиан. И мы еще заодно обрезали у Ики Интельмана. Порез сюда, он знаком с Тимом. И в Тиме заинтересованы газеты. То есть пока, наверное, из кандидатов нас больше интересует Ики. Потому что газеты явно что знают про Беренику и Бервика. А что у нас за злодеяние может быть? С кулаком, ширмами и, может, рукопожатием, да? Скорее всего, ширмы, рукопожатие, вот чтобы кулачочек был. Вот. И это как раз и Кентельман в этом есть. Совпадение? Не знаю. Давайте пока вот это вот так вот выделим. Это пока выглядит очень подозрительно и пока наиболее вероятно. Где мы можем это определить? Мы можем определить это здесь. Либо мы можем пойти и подтвердить улики. Нам что надо? В порту можем пробовать найти подтверждение одной из улик. Можем на заводе пойти и получить определение еще одной из улик.
Наверное, надо пойти за подтверждением улик. Но где-то будет более вероятностно сделать. Так, ну, наверное, в порт. Давайте тогда пойдем дальше. Итак, хочу узнать информацию про порт. Так, пока мы подозреваем Микки Энтельмана. Мы, кстати, знаем, что две газеты уже про него публиковать не будут, но осталось еще две. Хорошо. Мы про него можем, конечно, напрямую запросить. Но... зачем? Так, хотим ли мы узнать что-то про Джилл? Про Джилл, наверное, нет. А вот про Кейт Кин, наверное, хотим. Поэтому давайте нам информацию про Кейт Кин. Так, и еще. Я бы хотел узнать информацию, если мы проверяем вот эту ветку. Ну, давайте заодно про газету Хронику узнаем. Итак, что нам могут положить? Ну, снова три карты за 6 очков. И давайте их возьмем. Посмотрим, что нам дадут. 127, 129, 236. Отлично. Кейт Кин не связана с Вивианом Блавансом. Так, не связана. Не очень-то. Но у нас есть важное подтверждение. Можем вот так вот провернуть. То есть у нас из мотивов есть еще вот этот, конечно, и его, наверное, исключать тоже не стоит. Я бы сразу вот этот решил, да? Мы посмотрим, может ли он дойти до шапочки. Но по идее до Кейт Кин все еще может добраться. Поэтому пока исключать его нельзя. Ладно, если исключать его пока нельзя, давай тогда спросим еще какой-нибудь вопрос. Ну, про Хронику так ничего не узнали, поэтому давайте... Ну, давайте про Liberty Gazette в этот раз спросим. Будем менять темы. Итак, Liberty Gazette нас интересует. Может, какая-нибудь информация будет? Так. Про Кейт Кин мы задавали вопрос. Так, может быть, про рукопожатие. Давайте попробуем, может, еще про Беренику что-нибудь узнаем. А что можем узнать про Беренику? Что она не использовала какой-то свой актив? Нет, тогда нам надо, наверное, про Фреда узнавать. А с другой стороны, зачем нам Фред? Ну, хотя с Фредом он все еще может иметь связь через Беренику и Бервик. Надо, по идее, продолжать давить на Кейт. Давайте продолжим узнавать информацию про Кейт. Ими нас пока не интересует. Вот, допустим, Кейт Кин. И давайте последнее. Выберем какую-нибудь местность. Или... давайте Беренику выберем. Так, мы сперва выберем приложение. Береника. Что нам могут предложить? Три карты за 5 очков. А, давайте. Пока очки есть, еще 50 очков осталось. Давайте это и сделаем. Три карты за 5 очков. 8, 124, 237. Что мы знаем? Мы знаем, что газета «Патриот» заинтересована в информации о Кейт Кин и Нойберте Ньюле. Возможно, не просто так. Мы знаем, что Кейт Кин не знакома с Гэри Гетти. И мы знаем, что Кейт Кин... А, мы знаем, что Береника не использовала вот этот свой актив. А Джилл Джоред не использовала свои мозги. Ш-
что это значит. Но у нас, смотрите, мы смотрим по активам по мозгам, например. У нас есть 3 человека, которые могут дать нам этот актив. Ну, давайте посмотрим, мог ли Ике как-то быть знаком с ней. Тут не мог, тут не мог. Полагаем, что через вот них, не знаю, мог он нет. А если вот так вот? Ну, вот так вот вроде как мог, да? Если через Джилла, через Беренику, через Фреда, через Норберта, и затем с Вивиан быть знакомым, чтобы получить этот актив, по идее, все еще мог. Притом пока, наверное, вычеркивать это рановато. Но ничего. Давайте пойдем дальше и посмотрим. Нам надо узнать информацию что-нибудь про газету. Давайте что-нибудь про газету Хронику. Так, Хронику запросили. Теперь, может быть, мы сможем исключить что-то, если мы походим по трущобам. Может, мы сможем исключить вот эту вещь. И, может быть, нам стоит заглянуть в банк. Или, подожди, в трущобах можем еще найти подтверждение вот этой вещи. Надо что-то еще спросить. Давайте про Ики попробуем еще что-нибудь узнать. Так, 3 карты за 6 очков нам предлагают. 45 очков у нас остается. Давайте узнаем максимальное количество информации. По 2. Может быть, нам это поможет. 37, 44, 178. Так, мы знаем, что Team Tax не пользовался вот этим активом. А Фред Фуджес не пользовался этим активом. Записали. И у нас есть еще одна информация. Вот так, значит, да? Ага, значит, скорее всего, наше изначальное предположение, что он занимается ложным альтруизмом, было неправильным. Так, возможно, мы зря именно про Ики все узнаем. Так, просто что Vivian Vance не использует вот это важная информация. Мы сейчас ей воспользуемся, и Гэри Гетти не использовал свою маскировку. Отлично. Итак, у нас есть 3 человека, которые могли использовать свои мозги, но никто из них мозги свои не использовал. Это означает, что можем вычеркнуть все преступления, где мозги могли быть задействованы, потому что ни у одного из наших подозреваемых нет доступа к этому активу. Давайте даже перечеркнем. Желтый не самый видный цвет, конечно, но в целом, думаю. Так вот будет понятно. Так, ну по наибольшему. На самом деле уже 4 здесь. Но что-то из этого может быть ложным следом. Поэтому, наверное, не стоит обольщаться. Но здесь у нас есть 3 подозреваемых, да? Еще Оуэн Орловский внезапно и Эд. Давайте посмотрим, что мы можем про это узнать. Так, мы мозги вычеркнули. Теперь, что касается маскировки. Маскировка нужна для кого-нибудь? У нас есть еще преступления, на которых могла быть нужна маскировка. И доступ к маскировке есть только у него. Но Эд к нему дойти не может. То есть у Эда можно явно вычеркнуть. Кого еще можно вычеркнуть? Эми Олрайт могла быть с ним. Могла быть. Оуэн, ну в целом по нашим информациям у нас пока нет. Информация, которая могла бы им помешать быть знакомым всем остальным. Поэтому можем пока у Эда вычеркнуть все, где могла бы понадобиться маскировка. А это где? Это вот здесь, например. Здесь нужна маскировка. У Эда доступа к маскировке нету. Поэтому это тоже можем вычеркнуть. Допустим. Надо продолжить задавать вопросы. Так, у нас есть 2 сюжета.
Давай посмотрим, что у нас здесь. Если у нас Ики является, то ему для совершения здесь... Ну что, ну кулачок он мог у кого-то из вас получить, да? Могу у вас газеты что-то в вас заинтересованы? Как-то подозрительно. Ширму мог получить здесь. Осталось вопрос получить власть. Ну, в принципе, здесь вот тоже мог, да? А мог у нее. С другой стороны, вот у этих двоих тоже есть ширма власть. Давай попробуем покопать в сторону тех, кого мы еще не копали. Итак, Оуэн Орловский. Хочу узнать про него. И по поводу... Кого? Давайте Гетти возьмем. Что, может быть, здесь мы что-нибудь обрежем из связей. Это было бы неплохо. Итак, Гетти. И что-нибудь еще. Так, ну по канализациям мы ходили, мы подтвердили подтверждение. И что? Стоит ли нам еще искать подтверждение, что, например, какое-то поступление точно не происходило? Ну тогда, наверное, стоит заглянуть в банк, да? Ну и в банк заглянем. Так, 3 карты за 4 очка можем взять. Давайте 3 карты за 4 очка. Так, мы знаем, что Эми Олрайт не задействован в этом, но это не нужная нам информация. Окей, допустим. Мы знаем, что вот он не применял, но это мы да и так уже знали. Такое себе. И эта штука дублирует информацию, которую мы и так уже знали, и эту информацию, которую мы тоже уже знали. Что ж, ничего нового мы сейчас не узнали. Нехорошо. Ладно. Ладно, давай пробуем продолжать. Давить и узнавать. Итак, Оуэн Орловский. Потом. Давайте все-таки про две газеты узнаем. Про Liberty Gazette. И про Хронику. Что он мог положить? Три карты за 3 очка. Либо две карты за 3 очка. Давайте 3 карты за 3 очка. Все-таки чуть больше информации, хотя информация вроде как менее значимая. Что у нас есть? Мы знаем, что Liberty Gazette и Patriot Daily не будут публиковать информацию про Эми. Так. Мы знаем, что Хроника и Liberty Gazette не будут публиковать информацию про Ики. Так. Так что получается? Ики-то у нас не виновен? А мы его обвинить хотели? Вот же ж. Ладно, Ики можем вычеркивать. Может, ни одна из газет не хочет о нем публиковать информацию. А еще газетчики очень заинтересованы в информации про Кейт Кин. И... Где же это? Судья? Здесь. Ага. Видим, что в Кейт Кин заинтересованы уже две газеты. Наверное, это неспроста. Так, давайте мы... Ики вычеркнем отовсюду. Вот это наше предположение оказалось ложным. Он тут явно не виновен. Ну хорошо, что мы не клюнули. Так, это можем убирать. Вот это можем убирать. Значит, скорее всего, дело связано с убийством. Вопрос, кто? Подозреваемых два. Оуэн Орловский и Эд Энфилд.
Так, чтобы совершить убийство, нужно иметь доступ к... к шапочке полицейской. Но он если имел, то... Ага. Мы понимаем, что... Эду Энфилду... У него доступ к полицейской шапке был весьма ограничен, потому что тут как бы ума невиновно, даже никуда не идет. Здесь нету связи. Если с этой стороны, то это точно этим активом не пользовалась. Эти двое не связаны. Мы предполагаем, что знаменитости через другие знаменитости не действуют все же, да? Это было бы слишком подло с их стороны. Тогда, так как у Эда Энфилда нету доступа к фуражке, можем и Эда Энфилда вычеркнуть. Что же получается? Тогда Оуэн Орловски у нас, получается, совершил убийство. Давайте проверим, может ли он получить доступ ко всем активам. Так. Но он может с тобой... Вот здесь, что, скорее всего, и правда. У тебя он может узнать вот это, либо это. А с другой стороны, он у тебя может узнать вот эту часть, а у тебя маскировку. И, скорее всего, так оно и было. Тогда нам осталось узнать последнюю вещь. В какой газете про него публиковать? У нас есть две газеты. И только одна из них согласится дать нам информацию. Что ж, давайте перейдем к последним вопросам и будем давать информацию уже непосредственно про газеты. Итак, газета «Хроника». Газета под «Liberty Gazette». Это две газеты, которые могут информацию про Оуэна Орловски. Что-нибудь еще можем узнать? Какая еще информация нас не влево вправо будет вести, а именно в нужную сторону? Можно непосредственно по... Давайте непосредственно еще по Оуэну Орловски спросим. По Оуэну Орловски. Все. Так, хроника. А, мы не то выбрали. Ладно. Не страшно. Выберем еще раз. Liberty Gazette. Так, три карты за 5 очков. Вот, давайте три карты за 5 очков. Я думаю, нам этого может хватить. У нас 32 очка остается. Давайте. 136, 157, 162. Посмотрим, что нам дадут. Первое. Гэри Гетти не связан с Эдом и Соуэном. Ну, окей. Не слишком важно. Liberty Gazette у нас очень хочет опубликовать информацию. Прям очень хочет. Два из трех, значит, скорее всего, это она. Значит, давайте перейдем к решению. Итак, мы с вами предполагаем, что было совершено убийство. Убийство совершил Оуэн Орловски, и публиковать мы попробуем это в Liberty Gazette. Давай теперь то же самое введем в приложение. Скажем, решить. Итак, убийство. Оуэн Орловски. И мы попробуем в Liberty Gazette опубликовать. Да? Поздравляю. Первое дело решено. Это был начальный уровень сложности и... Но это было легче, чем вчера. Хотя вчера мы тоже все делали на начальном уровне, но тут, возможно, все решает то, что это решил я один. И я задаю вопросы, и я получаю информацию. Хорошо. Тогда давайте попробуем сразу же пройти второе дело. Новая игра, случайная игра. И теперь давайте на очень легком.
начальный этап прошли. Теперь давайте на очень легком попробуем. Так, 65 очков. Но в этот раз может быть сложнее. Ну, должно быть сложнее. 19, 55, 69, 100, 113, 134 и 218. Получаем себе 7 карт. И смотрим, что они нам дадут. Так, мы знаем, что Гэри не пользовался маскировкой. Мы знаем, что в деле, возможно, связан этот актив. Мы знаем, что Джилл Джаред утверждает, что она не знакома с Ами и Ике. Мы знаем еще, что это Джилл не пользовалась своими мозгами. Патриот Дейли и Глобал Сентинел не будут публиковать на сегодня информацию про Ике. Береника Берик. Я наша Береника. Не пользовалась мозгами, а Норберт Ньюли не пользовался своими кулаками. Хорошо, и последнее, что мы еще знаем, что Норберт Ньюли утверждает, что он не знаком с Эми и Умой. Таковы наши исходные предположения, и что могу сразу сказать. Мы вычеркнули два актива мозгов. Давайте посмотрим, у кого есть еще одни мозги. Мозги у нас есть у Вивьен Ванс. Давайте первый вопрос попробуем задать про Вивьен Ванс. Так. Следующее. Мы получили информацию про то, что, скорее всего, в деле задействован вот, вот такой актив. Давайте посмотрим, где у нас чаще всего встречаются такие активы. Наша любимая подсказка. Как обычно, утаскиваем их к себе. Итак, этот актив мы можем узнать в канализации. Давайте спросим, может кто-то знает что-то про канализации? И раз уж мы спрашиваем про тебя, давайте попробуем заодно выяснить, вот ты ближе всего находишься к Эду и к Эмми. Ну и заодно про Эмми спросим, что у нас есть информация. Три карты за 6 очков нам могут предложить. Давайте попробуем. Узнаем, что за информацию нам предлагают. 87, 154, 168. Итак. В канализации мы узнали, что Оуэн Орловский не связан с допингом и не связан с многоженством. Ну, молодец. Мы получили еще одно подтверждение, то что в деле задействован вот этот актив. Ну, вроде бы мы подправились, и мы получили информацию, которую так знали, конечно, что Береника не пользовалась своими мозгами, но Вивьен Ванс не использовала вот этот актив. Но кто-то его явно использовал. Значит, если это не делала Вивьен, значит, это делал либо Фред, либо Мэтт. Значит, давай спросим про них. Так, а есть ли у нас место, где у нас гуляют и Фред, и Мэтт? Фред любит гулять здесь? Нет. Фред любит гулять по порта и в канализации, а Мэтт любит в парке и на заводе. С другой стороны, нам надо бы получить еще одно представление о том, а что это может быть за преступление. И можем пойти, например, куда-нибудь... Так, например, вот сюда. Да, у нас есть преступление, где... Да. Вот здесь мы можем получить занавески подтвердить или опровергнуть, или маскировку. Поэтому давайте пойдем в парк. Где
нас парк. Парк у нас наверху. Итак, спросим про парк. И спросим про Мэтта Мёрдена. Про Мэтта Мёрдена и про Фреда Фучса. Фреда. Почему здесь Фред Фрэнкс, а тут он Фред Фучс? Удивительные дела, но видим, что это один и тот же человек. Так, что она предлагает? Две карты за 4 очка, две карты за 3 очка. Мало информации она предлагает, но давайте две карты за 4. 125 и 128. Дайте, пожалуйста, нам эту информацию. Так, Фред Фучс не знаком с Береникой. Окей, и Фред Фучс не знаком с Норбертом. Угу. Ну хорошо, мы узнали все про Фреда. То есть если Фред у нас и задействован в этой ситуации, он может быть и не задействован в ситуации. То, возможно, в ситуации задействована Ума. Вот имеет к нему подход. Но пока это еще не доказано. Хорошо, давайте попробуем узнать что-нибудь про газеты. Может быть, газетчики нам что-нибудь подскажут. Давайте спросим про Liberty Gazette. Давайте узнаем что-нибудь, может, про Умо. Ума Онвин. Ну и давайте про Тима Такса спросим. Может быть, он тоже задействован в этом деле. Что нам могут положить? Три карты за 5 очков могут дать. Давайте три карты за 5 очков. Только чем больше карт мы получаем, тем больше информации мы имеем. 37, 145 и 162. Так, Liberty Gazette очень хочет опубликовать информацию. Это еще не означает, что мы должны публиковать именно там, потому что это может быть такая ложная зацепка. Но мы знаем, что Тим Такс не задействовал свой актив ширм, а Фред Фучс не использовал свою маскировку. Так что же мы имеем? Что маскировку не использовал Герри, не использовал Фред Фучс, и единственный человек с маскировкой, который остался, это Норберт. А Норберт, хоть он знаком с маскировкой, он не знаком с Эми и с Умой, как он раньше нам утверждает, да? Сейчас мы к этому вернемся и давайте доберем последнюю информацию, что газетчики очень хотят опубликовать информацию про Мэтта и про... Где же ты? И про Тима, конечно же. А эти двое тесно знакомы с Умой. Подозрительно. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте подумаем. Итак, маскировка. Единственный человек, который может поделиться маскировкой для совершения слияния, это Норберт. Норберт утверждает, что он не знаком с Эми и с Умой. Значит, там, где у нас нужна маскировка, можем вычеркнуть Эми, а значит, можем вычеркнуть и это преступление. Раз. Эми, и можем вычеркнуть Умо. Так, здесь нужна маскировка и нужна только... Где? Зачем мы это вычеркнули? Зря. Давайте уберем. Давайте не будем путать Эми и Эда. Это все-таки немножко разные люди. Все. Он не знаком с Ами, с Эми. Давайте называть ее Аней. Он не знаком с Аней и с Умой. Вот, чтобы их не путать, потому что Эми, Эд звучат одинаково, а все-таки английские буквы у них другие. То есть это все-таки может иметь место, а вот это уже иметь место не может. Вычеркиваем, потому что нет. Дальше, маскировка могла быть здесь, но только не для тебя. Так, и маскировка могла быть здесь и здесь. Ну, здесь можем вот так вот вычеркнуть. Хорошо. Это вычеркнули. Что еще можем убрать? По мозгам. К мозгам имеет доступ только вот она. Ну? Но пока если мы будем ориентироваться на газетчиков,
подозрительно вызовет, опять же, Ума Хунрен. Потому что двое ее знакомых газетам. Знаешь, у нас Liberty газета очень хочет публиковать что-то. Но Хроника что-то знает про них. Ладно, пришло время задавать еще одни вопросы. Но что мы хотим узнать? Вот давайте спросим про Фреда. Фред Фрэнкс, Фред Фудж, кто бы он там ни был. Дальше мы попробуем найти где-нибудь подтверждение того, что идет, и можем в канализацию спуститься. Вдруг мы найдем там нужные нам подтверждения. Мне кажется, мы в канализацию уже спускались, но вдруг информация у наших соперников обновилась. И можем идти еще куда-нибудь. Например, можем попробовать проверить отношения в парке. Давайте вот так. Посмотрим, что нам предлагают. Три карты за 6 очков, три карты за 5 очков, три карты за 4 очка. Давайте возьмем самые дорогие три карты, чтобы получить максимальную информацию. И посмотрим, что нам это даст. 14, 25, 246. Так, что у нас? Ага, мы получили еще одно подтверждение актива. И это у нас вот это. У нас есть два подозреваемых сюжета, да? Раз, два. Одно связано с суммой, другое с Эдом и с Оуэном. Окей. Мы нашли информацию, что Берника не пользовалась своим кулаком, а Лесли не пользовалась вот этим. Хорошо. А еще мы узнали про Фреда. Фред не использовал свою власть, а Кейт Кин не пользовалась своими знакомствами. Хватает ли нам этого, чтобы что-то вычеркнуть? Ну, давайте посмотрим. У нас мы знаем, что в деле, скорее всего, задействован вот этот кулак, да? Но из тех людей, у которых есть этот актив, Нойберг Ньюли его не использовал. Береника Берюк его не использовала. Значит, его использовал Тим Такс, почему в нем газетчики и узнали. Так? Скорее всего, это у нас идет вот так. Это пока не доказано. Но если так, то можем ли мы тогда обвинять, если он это использовал? У кого есть доступ к этому? Ну, он ближе всего к Уме. Да? Если мы идем вот по этой части, мог бы Оуэн как-то до него дойти. Ну, технически... А, нет, вот здесь-то связь прерывается. И если он мог и дойти, то он бы шел как-нибудь вот так вот. Ну, и то здесь через Зуму, поэтому нет. Он не мог быть знаком с Тимом. Хорошо, что тем гарантировано. Ну, потому что у нас есть доказательства, да? Хорошо, значит, не он. Мог ли Эд до него быть так и знаком? Так, мы... Считаем ли мы, что они могут быть знакомы через злодеев? Я считаю, что нет. А так вот тоже нет. То есть мы считаем тогда, вот этот сюжет у нас работает, да? Что у нас у Маунвин... совершила вот это вот. Тогда осталось понять, а где его публиковать. С одной стороны, у нас есть небольшое желание Liberty газет опубликовать информацию об этом. С другой стороны, у нас есть немножко информации газеты Хронико. Поэтому давайте сейчас уже потратим это время, чтобы задать вопрос о газетчиках. Итак, слушай, у нас большое желание. Или это я только что, наверное, нажал. Наверное, я только что нажал, у нас единичка была у Liberty газет. Вот. Троечки, наверное, не было. По-моему, мы не получали. Если мы получили троечку, мы гарантированно пошли туда публиковать.
А у нас троечки пока нет. Давайте не будем себя сами палки в колеса ставить. Итак, про Liberty Gazette мы сейчас узнаем. Заодно давайте узнаем про Хронику. Да и можем про третью газету какую-нибудь спросить. Например, про Патриот Дейли. А почему нет? Мы должны задать три вопроса. Давайте про Патриот Дейли. Что могу сказать? Три карты за 4 очка могу дать. Вот, давайте. 29, не 59. 20, в принципе, 59 тоже. И 86. Так, что у нас есть? У нас Патриот Дейли заинтересован в информации про Вивиан Ванс и про тебя. Тебя уже интересованы две газеты. Ты очень-очень подозрительный, молодой человек. Ага. Liberty Gazette. Заинтересованы в информации про Кейт Кин и про Тима Такса. Угу, то есть, видишь, уже две газеты заинтересованы в этих обоих. И Патриот Дейли тоже хочет публиковать информацию. Да ты смотри. И какой же газете дать предпочтение? Не ясно. Ладно, давайте продолжим задавать вопрос про газеты. Мы найдем еще какое-то подтверждение одной из двух газет. Пойдем туда. Итак, Liberty Gazette и Патриот Дейли мы оставляем в качестве вопросов. И давайте на всякий случай про Хронику что-нибудь спросим, хотя там не так уж и важно. Напомним, что вопросов должно быть три. Что могут дать? Три карты за 4 очка. Можем две карты за 4 очка получить. Мы знаем, что вот такие вот карты, которые для нас важны. Нам нужны. Давайте две карты за 4 очка. 216-233. Так, и мы точно знаем, что скандал будем публиковать в Патриот Дейли. Они просто вот все рвутся. Три доказательства собрано. Значит, переходим к решениям. Мы утверждаем, что подделаю данные в своем научном исследовании. Кто подделал данные? Ну, только один человек мог это делать, это Моунвин, наш ученый. И опубликуем это в газете Патриот Дейли. Готовы? Ну, здесь можем также поставить. Поздравляю, мы за час успешно решили два дела. И это оказалось даже не так сложно, как если играть с другим игроком. Давайте сделаем небольшой перерыв и попробуем себя на более высокой сложности. Большое спасибо за просмотр. Ну а мы увидимся.